Так, наш предмет называется «Процессы и аппараты». Сегодняшняя лекция будет посвящена классификации процессов и аппаратов пищевых производств. Пищевая промышленность включает много различных по назначению производств. Крахмалопаточная, бродильная, хлебопекарная, производство сахара, мучных, кондитерских и макаронных изделий. К пищевой промышленности относятся также производство напитков, различных добавок, табачных изделий, мыла и моющих средств на жировой основе, производство парфюмерной и косметической продукции. Однако при всем разнообразии технологических процессов в пищевой промышленности многие из них являются общим для различных производств. Так, в любом пищевом производстве встречается перемешивание. Его цель – обеспечить хороший контакт между различными веществами и таким образом интенсифицировать процесс либо растворения, либо химической реакции, либо поглощения одного вещества другим, либо теплообмена и так далее. Во многих производствах – сахарном, кондитерском, консервном и других – применяют выпаривание для повышения концентрации сухих веществ в растворе. Например, для обеспечения кристаллизации сахара, глюкозы, фруктозы. При хранении переработки зерна в консервном, макаронном, сахарном, кондитерском и во многих других производствах используют сушку. Процессы и аппараты как в пищевых производствах, так и в химической технологии не имеют принципиальных различий. В них используются одни и те же фундаментальные законы и методы расчета оборудования. Тем не менее, специфика, связанная с пищевыми производствами, находит естественное отражение в изложении курса. В методиках расчета ряда процессов и аппаратов, в конструкциях аппаратов и машин. Под термином «процесс», который произошел от латинского слова «processus» – «продвижение», в данном курсе понимает производственный процесс – когда исходные материалы в результате физического, химического, механического и других воздействий превращаются в пищевые продукты. Эти превращения сопровождаются изменением агрегатного состояния, внутренней структуры и химического состава вещества. Процессы протекают в технологических аппаратах. От латинского слова «аппаратус» – прибор, оборудование или в машинах. Чаще всего аппарат представляет собой емкость, в которой неподвижно располагаются различные трубы, решетки, полки, кольца, тарелки, сепараторы для отделения капелек жидкости. Иногда в аппаратах монтируют вращающиеся механизмы для перемешивания жидких сред. В отличие от них, машина – это механизм с внешним приводом для совершающих рабочим органом те же самые операции, которые выполняет человек, подобными орудиями труда для совершения подобной работы. Машины и аппараты пищевых производств изучаются в ознакомительном плане. Основное внимание уделяется их теоретическому плану, их описанию в данном курсе. Более подробное изучение оборудования предусматривается в специальных курсах соответствующих отраслей пищевых производств. Итак, в процессах и аппаратах пищевых производств на данном курсе мы с вами рассмотрим изучение теории основных процессов пищевых производств и движущих сил, под действием которых они протекают. Изучение методов расчета аппаратов и машин. Теоретические расчеты позволяют анализировать конкретный процесс, находить его оптимальные параметры и оптимальную конструкцию аппаратов для осуществления процесса. И ознакомление с устройством, принципом действия различных промышленных аппаратов, в которых осуществляются технологические процессы. И это одна из задач, основных задач курса. Вы должны научиться грамотно изображать принципиальные схемы аппаратов, знать сравнительные характеристики и области рационального применения типовых аппаратов, принципы выбора аппаратов и оптимальных условий их работы, ориентироваться в современных тенденциях при конструировании аппаратов. Изучение закономерностей перехода от лабораторных процессов к промышленным. Знание закономерностей переноса полученных на модели данных
Знание закономерности перехода от лабораторных процессов к промышленным, знание закономерности переноса полученных на модели данных на объект натуральной величины, необходимого для проектирования большинства современных производственных процессов пищевой технологии. Овладение данной дисциплиной позволит осуществлять в производственных условиях наилучшие технологические режимы, повышать производительность аппаратуры и улучшать качество продукции. Даст возможность разрабатывать более рациональные технологические схемы и типы аппаратов при проектировании новых производств, правильно оценить результаты научных исследований в лабораторных условиях и реализовать их на практике. Наш курс «Процессы и аппараты» базируется на таких курсах, как физика, химия, теоретическая механика, гидравлика, теплотехника и другие, и служит основой теоретической для специальных дисциплин. Поговорим с вами о классификации процессов и аппаратов. Процессы пищевых производств можно разделить на простые и сложные. Вместе с тем, практически любой реальный процесс переработки продукта достаточно сложный. Он неизбежно включает не только процессы, относящиеся непосредственно к переработке, но и подготовительно-заключительные операции, подача продукта в рабочую зону и отвод из нее. Таким образом, почти каждый так называемый простой процесс можно разделить на еще более простые. Само понятие «процесс» предполагает некоторое преобразование материи, протекающее в пространстве и во времени. Оно происходит под воздействием побуждающих факторов и характеризуется начальным и конечным состояниями. Каждый элементарный акт проявления побуждающего фактора и его воздействия на продукт можно рассматривать как процесс, который, с одной стороны, является относительно простым, так как не приводит к полному преобразованию продукта, а с другой допускает дальнейшего разбиения на более простые составляющие. Введенное представление о сложности процессов, хотя и достаточно условное, позволяет относительно произвольно выделить удобные для рассмотрения и дальнейшего использования их модели, из которых при необходимости можно строить более сложные комбинации. Одно из таких удобных разбиений процессов пищевых производств – это классификация по научным дисциплинам, методы которых служат основой для объяснения их закономерностей. Итак, назовем основные процессы. Это гидравлические процессы. Реализуются при течении ньютоновских жидкостей по трубопроводам и элементам гидравлических систем, а также в гидравлических машинах, насосах и двигателях. Это весьма распространенный класс процессов, подчиняющихся специфическим закономерностям. Без изучения гидравлических процессов невозможно правильное понимание большинства процессов в пищевых производствах. Этим объясняется их включение в классификацию. Течение неньютоновских жидкостей, к которым относятся многие продукты пищевых производств, изучает выделившаяся в самостоятельную науку реология. Неньютоновские жидкости в большинстве являются полимерами. Их механика – это целый мир своеобразных закономерностей, не имеющих аналогов в механике мономеров. Без их понимания невозможно понять многие процессы пищевых производств. Механические процессы. К ним относятся процессы измельчения, дробления и резания, сортирования, прессования, окатывание, округление и другие. Они протекают под действием механических усилий. Их результатом является изменение размеров частиц продуктов. Эти процессы реализуются в мельничных комплексах, дробилках, крупорушках, терках, волчках, измельчителе овощей и корнеплодов, очистителе их поверхностей, очистителе лука и чеснока, и других продуктах от поверхностной шелухи, просеивающих машинах, ситовых поставах, буратах и триерах, веялках, прессах, штампах, волковых и шнековых нагнетателях, устройствах сепарирования сыпучих веществ. Гидромеханические процессы. К ним относятся процессы перемешивания жидких и сыпучих продуктов, фильтрования, осаждения, мойки корнеплодов,
пневмо- и гидротранспортирование, псевдоожижение сыпучих продуктов и другие. Они протекают под влиянием суммы механических, в частности центробежных или гравитационных, и гидродинамических воздействий. А их результатом является пространственное перемещение отдельных агломератов продуктов и или элементов смеси продуктов. Эти процессы реализуются в пневматических и гидравлических классификаторах, фильтрах, осадителях, центрифугах, сепараторах, циклонах, пневмо-гидроаэрозольных транспортирующих устройствах, гидромеханических моечных машинах, смесителях жидких и сыпучих продуктов, сушилках и других. Далее, тепловые и массообменные процессы. К тепловым процессам относят нагревание, охлаждение, выпаривание и конденсацию, к массообменным – сушку, сорбцию, перегонку, кристаллизацию, растворение, экстрагирование, экстракцию и другие. Они протекают под действием разности температур или концентрации веществ. Результатом их является перемещение в пространстве теплоты, тепловой энергии или отдельных компонентов смеси веществ. Данные процессы реализуются в нагревателях, охладителях, разварниках, абсорберах, адсорберах, перегонных устройствах, кубовые аппараты, ректификационные колонны и другие, в выпарных аппаратах, сушилках, конденсаторах, кристаллизаторах, растворителях, экстракторах. К тепловым процессам примыкают процессы получения холода. Они используют одни и те же термодинамические зависимости, одинаковые принципы решения теплотехнических проблем. Часть теплотехнических устройств, используемых в них, являются одинаковыми. Однако традиционно тепловые и холодильные процессы рассматривают обособленно. Поэтому и в данном курсе мы их будем рассматривать в разных разделах и в разных лекциях. Химические процессы. Многочисленные химические процессы пищевых производств выделены в самостоятельную группу, включающую биохимические и физико-химические процессы. К биохимическим относят процессы ферментации, брожения, стерилизации, пастеризации, дезинфекции, промывки тары и ее чистки. Результатом этих процессов является изменение в объеме продукта или на поверхности тары концентрации сахаров, дрожжевых культур, бактерий и продуктов их жизнедеятельности, спор, загрязняющих веществ и других. Физико-химическим процессам относятся горение и взрывы. Подробно они изучаются специальными научными дисциплинами. Периодические и непрерывные процессы. Основные процессы пищевой технологии делятся по способу организации на периодические и непрерывные. Периодические процессы характеризуются тем, что все стадии загрузка сырья, обработка и выгрузка готового продукта осуществляются на одном аппарате, но в разное время. Непрерывные процессы характеризуются тем, что все их стадии протекают одновременно, но разделены в пространстве, так как осуществляются либо в различных частях проточного аппарата, либо в разных аппаратах, составляющих данную установку. Основные преимущества непрерывных процессов по сравнению с периодическими заключаются в следующем. Это то, что отсутствуют затраты времени на загрузку исходного сырья и выгрузку готового продукта. Появляется возможность создания качественной системы регулирования режимных параметров, что позволяет обеспечить более высокую стабильность качества готовой продукции. Оборудование имеет меньшие габариты при равной производительности и с периодически действующим оборудованием, что сокращает затраты на изготовление, ремонт, амортизационное отчисление, эксплуатацию и монтаж. Повышается тепловой коэффициент полезного действия, так как при отсутствии перерывов в работе более полно используется подводимая теплота, нет потерь при ее разгрузке продукции. Улучшаются условия обслуживания аппаратов путем устранения операции их загрузки и разгрузки. Уменьшается потребность в обслуживающем персонале. В зависимости от изменения параметров
Во времени, скорости, температуры, концентрации процессы могут быть разделены на установившиеся, стационарные, и неустановившиеся, нестационарные или переходные. При установившемся процессе значение каждого из параметров зависит только от положения рассматриваемой точки в аппарате, но не зависит от времени. В неустановившихся процессах параметры переменные и зависят не только от положения рассматриваемой точки в объеме аппарата, но и от времени. Для непрерывных процессов изменение параметров во времени имеет место только в период пуска установок. Рассмотрим классификацию оборудования и требования к оборудованию. Классификационные признаки оборудования пищевых производств насчитывает более 2000 единиц, относящихся к самым разным процессам. Изучение такой номенклатуры аппаратов невозможно без систематизации знаний, оснований научно обоснованной классификации. Основные используемые в настоящее время признаки оборудования классификационные – это следующие. Технологическая схема процесса. В соответствии с этим признаком различают аппараты поточные, противоточные и с поперечным током. Непрерывность процесса. По этому признаку различают аппараты, работающие периодически и непрерывно. Давление в рабочем аппарате. Аппараты могут быть с атмосферным повышенным или пониженным давлением в рабочем объеме. Температура процесса. Этот классификационный признак подразумевает разделение аппаратов на работающие при температурах, близких к температуре окружающей среды, при высоких температурах и при низких температурах. Конструктивные признаки. К ним относятся использование конкретных конструктивных элементов – туннели, башни, сферы и так далее. Применение известных конструктивных решений по транспортированию, перемешиванию продуктов, вращающиеся барабаны, ленточные конвейеры, вибропривод, пневмотранспорт и так далее. Способ подвода теплоты может быть кондуктивный, конвективный, радиационный. Способ создания давления может быть насосом с помощью столба, жидкости и прочее. Каковы же требования к оборудованию? Машины и аппараты пищевых производств должны удовлетворять технологическим, эксплуатационным, конструктивным, эргономическим, экономическим и другим требованиям. Технологические требования определяются назначением аппарата и принятые технологии ведения процессов в нем. Они конкретизируются в зависимости от типа процесса, агрегатного состояния обрабатываемого продукта, его химического состава и физических свойств. Технологическими требованиями определяются форма рабочего объема аппарата и основные размеры элементов рабочей зоны, температуры и давления в ней, скорость движения продуктов и степень турболизации жидкостных потоков, необходимые площади контакта фаз, дополнительные воздействия на продукт, предотвращение инфицирование и загрязнение продукта. Эксплуатационные требования чрезвычайно разнообразны. К ним относятся высокая интенсивность процесса, производительность, отнесенная в какой-либо характеристике аппарата, объему рабочей камеры, площади нагревательных поверхностей, коррозионная устойчивость материалов, расход энергии, надежность, доступность для осмотра и ремонта. Конструктивные требования зависят от многих факторов. К ним относятся высокая степень унификации и взаимозаменяемости с другим оборудованием данного и родственных предприятий, малая трудоемкость сборки, монтажа и ремонта, удобство транспортировки и ремонта, минимальная масса, в том числе металлоемкость, технологичность изготовления и ремонта. Эргономические требования включают эстетические требования и требования безопасности, в том числе требования обеспечения нормативных условий труда. Они направлены на предотвращение травм при эксплуатации оборудования, создание здоровых условий труда при безусловном выполнении санитарно-гигиенических требований к оборудованию, создание благоприятных психофизиологических условий для функционирования системы человек-машина, окружающая среда. Все эргономические требования стандартизированы. Экономические требования формулируются из условия минимизации целевой функции затрат. В свою очередь, целевая функция затрат может учитывать условия проектирования, изготовления, монтажа
и эксплуатации. Вот так выведем сегодня основные положения из нашей лекции. Первое. Процессы пищевых производств можно разделить на простые и сложные. Практически любой реальный процесс достаточно сложный. Он неизбежно включает не только процессы, относящиеся непосредственно к переработке, но и подготовительно-заключительные операции. Второе. Одна из наиболее удобных классификаций процессов пищевых производств – это классификация по научным дисциплинам, методы которых служат основой для объяснения их закономерностей. В соответствии с такой классификацией процессы разделяют на гидравлические, механические, гидромеханические, тепловые, массообменные, биохимические и микробиологические. Третье. По способу организации процессы пищевой технологии делятся на периодические и непрерывные. Периодические процессы характеризуются тем, что все стадии – загрузка сырья, обработка, выгрузка готового продукта – осуществляется в одном аппарате, но в разное время. В непрерывных процессах все стадии протекают одновременно, но разделены в пространстве, так как осуществляются либо в различных частях поточного аппарата, либо в разных аппаратах, составляющих данную установку. Четвертое. В установившемся процессе значение каждого из параметров зависит только от положения рассматриваемой точки в аппарате и не зависит от времени. В неустановившихся процессах параметры являются переменными и зависят не только от положения рассматриваемой точки в объеме аппарата, но и от времени. К машинам и аппаратам пищевых производств предъявляют следующие требования: технологические, конструктивные, эксплуатационные, экономические, экологические, энергетические и другие. Удовлетворение этих требований – это сложная инженерная задача, требующая оптимизации технологий и производства по выбранным параметрам. Благодарю за внимание. Сегодня наша лекция окончена. Ее вы можете прослушивать в любой удобный для вас момент времени. Надеюсь, она вам была полезна.